Обшарпанные стены и старый репертуар. Кажется, что жизнь в кинотеатре «Октябрь» давно остановилась. Ее пытаются поддерживать проведением фестивалей и многочисленными кружками. Однако центр давно требует внимания, сил и денег. История места уникальна. В далекие 70-е Рязань начала активно строиться. Появился новый микрорайон – Ташково-Песочня. Однако на 20-30 тысяч населения не было предусмотрено никаких развлечений, только жилые дома. Поэтому жители обратились с просьбой к городу создать здесь культурно-досуговый центр. Архитекторы сделали индивидуальный проект специально для этого жилого района большого, учитывая вот это его местоположение на пригорочке, вот на этом, учитывая, что здесь сходились тогда две главные улицы, это Новоселов и Советская армия. Кинотеатр «Октябрь» распахнул свои двери в 1980 году. Его название выбрали путем голосования среди местных жителей. На их решение повлияло два фактора. Во-первых, новый район города получил название «Октябрьский». А во-вторых, старый кинотеатр, который к тому времени морально устарел и был закрыт, носил то же название. На его месте сделали дворец бракосочетаний. Новый центр быстро обрел своих постоянных посетителей. Люди любовались фонтаном, гуляли среди тополей и, конечно, встречались с друзьями. Этот огромный комплекс, а туда входило и кафе, и большой танцевальный зал, и комната для общений, и кинотеатр, конечно, и даже открытая веранда, где собирались даже духовые оркестры выступать. Такой центр притяжения всего вот этого жилого района. Часто ходили и кино смотрели, игровые автоматы здесь были. Вот этот вот фонтан работал, бассейн был наполнен, дети тут купались. Хорошее было место, хорошее. Оно одно было на всю Песочню. И тут даже иногда билет даже можно было не достать. Вот такие фильмы были. И очень хорошие. Место хорошее. И хотелось, конечно, возродить здесь все. В этом году администрация города планирует вдохнуть в центр новую жизнь. Архитекторы вместе с сотрудниками кинотеатра должны тщательно проанализировать планировку здания, чтобы грамотно использовать имеющиеся залы и подсобные помещения. Также ведется разработка концепции прилегающей территории. Проект назвали «Октябрь. Перезагрузка». Однако подробности пока остаются в секрете. Местным жителям остается строить догадки и высказывать свои пожелания. А они оказались у всех одинаковыми. Хотелось бы, конечно, чтобы был здесь у нас поблизости кинотеатр какой-нибудь, как вот эти Люксоры, что-нибудь такое поблизости, потому что ездим далеко. Не современный кинотеатр, каких много так в Рязани. Чтобы показывали какие-нибудь фильмы не для всех. Фильм, который не в прокате в широком, а специалист, который ценит кинокритики. Пусть лучше будет кино нормальное, чтобы можно было потому что микрорайон расстраивается, микрорайон большой. И неудобно ездить куда-то далеко в кинотеатр. Планы администрации города станут известны через 2 недели, когда архитекторы закончат изучение объекта и предложат свои варианты реконструкции здания.